Игрушечная свинка стала незаменимым талисманом студентов физико-технического факультета СРФТИ НИЯ УМИФИ. Она появилась, когда ребята впервые участвовали в турнире «Спектр». С тех пор студенты стали не просто командой, а маленькой дружной семьей, которая показывает достойные результаты в интеллектуальных состязаниях различного уровня. Все очень хорошие, умные. И каждый отличается в разных областях. Кто-то в биологии, кто-то в музыке, истории, литературе. Ну и все мы в техническом плане одарены. Алена Оленевская – лидер команды. Именно ей на первом курсе пришла идея собрать ребят. По словам девушки, результатом она довольна. Сложилась наша команда, мы поиграли на институтском турнире. И затем играли еще в нескольких, и нам уже предложили поехать в Москву. Мы поехали один раз, нам понравилось, у нас был неплохой результат, и решили, что будем пробовать еще. И пока расставаться не собираемся. На турнире «Спектр-2021» саровчане боролись со студентами из лучших вузов страны. 24 команды-участницы состязались между собой в номинациях «Что, где, почему», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу», «Ворошиловский стрелок». Сборная Саровского института замкнула восьмерку сильнейших. Это было интересно. Вопросы были многие. Составлены сложно, но действительно были хорошие вопросы. Также были вопросы, на которые можно было достаточно легко догадаться, как ответить. Ну и все в таком духе. Довольны ли мы тем, что мы поехали? Определенно. На достигнутом результате ребята не останавливаются. Они прорабатывают допущенные ошибки и постепенно готовятся к следующим интеллектуальным турнирам. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.